зимние мои. Добрый день всем, друзья. Давно ничего не снимала. Вот мои тут засидельцы дома гуляют. Вот. Погода у нас морозная. Выпустила их трохи побегать. Вот пусть пробегутся. А то засиделись. Вот этот вот у меня индюк очень темный такой. И вот он самый темный из всех. Вот. Все остальные более-менее одинаковые. Вот. Пока живут все вместе. Мужики тусуются, ругаются. На улицу выходить не хотели. Вот. Так что трещат все, видите? Движуха. Движуха. Вот, девки тоже бегают. Сейчас немножко погуляют, и я заведу их домой. Сейчас нужно будет посыпать, немного осушить теплицу. Потому что 2 дня они были закрыты. У нас вчера вообще непонятная была погода. Вот, а тут они все скачут у меня. И девки, и хлопцы. Так, а ну-ка тихо. О, хор. О. А ну. Козявки. Вот. Ну, в общем, вот коротенькое видео вам покажу. Еще я пока себе тут не навыбирала, что хотела. Вот. Времени нету все. То погода, то времени. Ну, короче, все время что-то не хватает. Что, мои хорошие? Зайки мои! О, вроде уже тихо, слава богу. Вот уже основное кричание закончилось. Вот у меня 2 мраморные. Вот одна. И вон там 2-я. Вот она. Да. И самец где-то тут бегает. Ой, тут разве сейчас увидишь. Вот. А вот этого еще темная самка есть. Вот как тот самец темный, вот такая темная самка есть тоже. Вот она. Ой, короче, с ними так интересно. Я вообще в полном восторге от индюков. Со всех сторон интересны. И вы знаете, даже от расщепления, ну, всегда ждешь, что у тебя новенькое будет. В этом даже что-то есть. А когда знаешь, что ждать, оно уже не так интересно. Но когда красивое ждешь что-то, тогда, конечно, очень интересно. Вот. Там уже он кто-то сидит. Иди сюда. Давай сюда. Зайки, зайки, о, пришла. Прибежала. Метелка. Ну, могу сказать единственное, что это одна из самых послушных птиц вообще, какие только могут быть. Вот это я могу вам сказать совершенно четко и точно. Настолько они, ну, просто замечательные. Так что вот такое небольшое видео с наступающими праздниками. Может, еще что-то сниму. Честно говоря, просто времени на это все нет. Очень много заботы, хлопоты. Вот. Так что все, буду сейчас уже загонять их. Так что все, всем всего хорошего. До скорых встреч.